Всем привет! Наконец-то я решилась открыть свой канал, записать первое видео. С вами Екатерина. Цель запуска моего канала — рассказать вам и поделиться своим опытом по уходу за орхидеями. 2013 года у меня начала пополняться коллекция орхидей, но в связи с многочисленными отъездами, переездами, мои орхидеи то кому-то дарились, то погибали от того, что не было кому за ними ухаживать. Буду делиться с вами своими успехами, поражениями, ведь без второго не бывает первого, и без первого не бывает второго. Поэтому всех буду рада видеть на своем канале. И да, как написано у меня на канале, орхидеи надо любить, но не стоит с ними церемониться. Всем пока, до скорой встречи, скоро будет новое видео. Пока!